предстоящие выходные свой профессиональный праздник отметят работники нефтегазодобывающей отрасли. По случаю торжества нефтяникам вручили награды. Начало сентября у работников нефтяной отрасли богато на события. В этом году они отмечают не только профессиональный праздник, но и 40-летний юбилей «Газпромнефти Ноябрьскнефтегаза». Нефтяники и буровики, геологи, разработчики и строители, операторы, мастера и лаборанты. За их плечами не один десяток лет плодотворного труда. Галина Лазарева больше 20 лет работает лаборантом химического анализа. За свой труд удостоена почетной грамоты «Нефтегазстройпрофсоюза». В этом году в апреле было 25 лет, как я работаю. И получить награду за то, что я трудилась столько лет, это очень приятно. Если бы не нефтяники, города не было бы. Более 100 человек удостоены наград различного уровня. Для каждого из них быть нефтяником, трудиться в самой перспективной отрасли страны – это не просто работа, это их жизнь. Наша компания «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» 40 лет. У всех у нас разные специальности, но все мы стремимся достигать высоких целей. Мы стремимся к лучшему, к большому бенчмарку, к ориентиру. Это гордость за то, что мы как бы обеспечиваем всю страну, как бы, можно сказать, даже по просто содержим как бы всех. Это куда-то едешь, гордость, что там все мало, севера, что ты нефтяник, как бы. Искренние поздравления и крепкие рукопожатия. Своим каждодневным трудом работники нефтегазодобывающей отрасли заслужили почет и уважение коллег и руководителей. От себя лично, от руководства компании я хочу вам пожелать крепкого здоровья, уверенности в будущем, оптимизма. Нас ждет, в принципе, неплохие годы. Ноябрьскнефтегаз планирует расти. Я уже на встречах рассказывал то, что в наших планах сделать третий пик по добыче. Для этого у нас сегодня все есть. У нас есть ресурсная база, у нас есть потенциал в виде там подрядных организаций, технологий. Но самое главное, у нас есть вы. Желаю вам новых побед, новых свершений. Всем вам здоровья, здоровья вашим близким. Ну, с праздником, с Днем нефтяника. 40 лет – это много. Радует одно, что то вот отношение к человеку труда на Ноябрьскнефтегазе, оно неизменное. И сейчас вот я с полной ответственностью говорю, что уровень социальной ответственности, который вот у нас действует в компании, который действует у нас на Ноябрьскнефтегазе, он действительно отвечает всем требованиям, которые вот именно должны иметь место вот в наше время. Из-за пандемии коронавируса торжественное мероприятие пришлось разделить. Празднование вручения почетных наград ко дню нефтяника и юбилею компании продолжили в Лире. Руководитель направления по анализу и внедрению интегрированных систем разработки месторождений геолого-технического центра акционерного общества «Газпром» нет Ноябрьскнефтегаз Зайцев Игорь Анатольевич. Среди наград – почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики России, акционерных обществ «Газпром» и «Газпромнефть» и профсоюзных организаций. Андрей Бочинин уже 31 год работает в Ноябрьскнефтегазе. За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и добросовестный труд удостоен почетной грамоты Министерства энергетики. Я отработал на одном предприятии, никуда не ходил, не переводил. Как начал трудовую деятельность здесь, названия менялись, но я так и остался здесь. У меня и дети работают нефтяником, тоже по моим стопам пошли. Тысячи людей трудятся в нефтегазовой отрасли, и благодаря их труду есть Муравленко и развивается Ямал. Дарья Тюменцева, Антон Иванов, новости Муравленко.